Каждый из нас ежедневно пользуется цифроаналоговым преобразователем, даже не подозревая об этом. Вы можете не знать, что такое ЦАП, но они устанавливаются в ПК, смартфоны, планшеты и дальше по списку. От качества и уровня ЦАПа зависит, в каком виде цифровая музыка доходит до ваших ушей. Если ваши музыкальные файлы хранятся в цифровом виде, то без ЦАПа у вас просто нет музыки. iFi Go Blue – это компактный Bluetooth ресивер ЦАП-усилитель, который выразительно выглядит, сочетает в себе высокую выходную мощность и чистое сбалансированное звучание. На самом деле, Go Blue намного компактнее, чем кажется на фото в интернете и даже на изображении на коробке. Он поставляется в комплекте с кабелем USB Type-C и чехлом для хранения и транспортировки. На корпусе рифленое колесо с плавным нажатием отвечает за регулировку громкости. Универсальная кнопка отвечает за старт-стоп и переключение треков. Два раза следующий трек, три нажатия предыдущий. Дальше кнопка сопряжения Bluetooth и кнопка настроек. Для изготовления Go Blue применены разнообразные материалы. Алюминий, латунь и нержавеющая сталь разной отделки. Все это позитивно отразилось на четкости и плавности хода, приятном тактильном ощущении и длительном сроке службы девайса. На корпусе также разъем Type-C для зарядки и использования его в роли USB-цапа, пара наушниковых разъемов, 3,5 мм и 4,5 мм балансный пентакон. При использовании горит светодиод заряда батареи и микрофон. За компактными габаритами скрывается серьезная аппаратная часть. Способный ЦАП-чип Sirius Logic 43131, усилительный каскад Direct Drive с опцией автоматической коррекции гейна и емкими конденсаторами. Что касается Bluetooth-процессора, инженеры отдали предпочтение актуальному Qualcomm – чипу QCC5100, Bluetooth-версии 5.1. Он поддерживает список востребованных протоколов – AAC, APTX, а также HiRes-кодеки – APTX Adaptive, LDAC и HWAS LHDC. Важно, что преобразовательный, усилительный и беспроводной блоки разделены. Встроенный аккумулятор на 450 мАч обеспечивает от 8 до 10 часов непрерывной работы. Этот момент зависит от уровня громкости, типа подключения и протокола передачи данных. В плане звучания iFi Go Blue обеспечивает околонейтральную подачу с легким уклоном в теплоту, основанную на относительно ровной чиха. Живые и подвижные весомые звуковые образы гармонично дополняют друг друга, создавая цельную музыкальную картину. Слух радует глубина баса, детальность середины, контроль высоких частот и масштаб стереокартины. Чтобы при желании добавить басу ударности и расширить виртуальную сцену, есть опции коррекции звучания X-Bass и X-Space. iFi Go Blue – достаточно новое устройство, но уже обладает рядом престижных наград от авторитетных ресурсов, включая вот Hi-Fi. Вы можете поверить на слово, а можете прийти в любой из наших салонов персонального аудио в Киеве, Одессе или Днепре и сами послушать Go Blue в уютной атмосфере.